Саша Шадрина на пионерскую линейку в сквер 40-летия Победы пришла впервые. Девочка рассказывает, что давно мечтала повязать красный галстук. Для нее пионер – не просто звание. Это ответственность и готовность проявить себя в любой ситуации. Я хочу быть хорошим пионером, помогать бабушкам и дедушкам. Я хочу, чтобы на земле было лучше. Когда есть пионеры, то мир становится немного лучше. В этом году в Сарове пионерские дружины пополнят более 800 третьеклассников из 13 детских и пионерских организаций, входящих в союз «Сияющие звезды». С праздником школьников поздравили представители Департамента образования, Ядерного центра, ветеранских организаций и депутаты городской думы. Я желаю вам сделать, наверное, самое главное в жизни открытие – это открытие своего сердца, добрым поступком и заботе о тех людях, которые всегда присутствуют рядом с вами. Мы от ветеранов поздравляем вас с этим праздником замечательным. Он запомнится на всю жизнь. Вы своими дружинами сейчас вливаетесь в мощную нашу детскую организацию «Создатели звезд». И я вас поздравляю с этим праздником. После торжественной линейки все ребята отправились на экскурсию в музей ядерного оружия. 17 мая новоиспеченные пионеры встретят рассвет на лыжной базе. А уже вечером всех третьеклашек ждет большой праздничный концерт, который пройдет на площади около Дворца детского творчества. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.